При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Еще раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это наши товарищи, близкие. Наши парни делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. А мы с вами знаем, что настоящая сила в справедливости и правде, которая...